Витковский отдает в центр, но передача не проходит, и отбросили сейчас хабаровчане. Успевают они сменить. И убивают немного времени. Хоккеистов. Пусть немного, но секунд съедено. Юньков ошибся сейчас, и шайбы оказались... Еще один бросок по воротам Борисова, и влетает шайба в ворота хабаровчан. Это по воротам, и Сергей Зубов, лучший бомбардир-защитник континентальной хоккейной лиги. Вот он на ваших экранах. Многоопытный хоккеист. Недовольны болельщики хабаровские. Свистят. Ну, Зубов, кстати, в СКА перешел из Далласа. Вот откатился сейчас из собственных ворот Сергей Борисов. Капитан Амура Алексей Копейкин. Подъехал к главному арбитру. С чем-то не согласны, наверное, хозяева площадки. Считаю, что не по правилам были взяты ворота. Ну, ждем решения судейской бригады. Ну, совещаться не стал со своими коллегами. Главный судья принял решение. Шайба засчитана. Ну так вот, забросил сейчас шайбу в ворота Борисова. Олимпийский чемпион 92 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Нью-Йорк Рейнджерс и Даллас Старс. Доказывает сейчас Сергей Борисов судьям, что игрок находился в площади ворот, но... Ну очень скользкое это сейчас правило. Вот давайте посмотрим повтор. Арбитр его в расчет не принимает. Верхние точки, верхняя камера. Да, кстати, перекрывал обзор. Перекрывал обзор — это одно. Борисову. В зоне, наверное, вряд ли находился там игрок.